Деды Морозы и Снегурочки встречают детей не только на театральной площади. Игровые программы «Елка нашего двора» с участием городского молодежного совета проходят по всей территории города. Во дворе многоквартирного дома по адресу улица Батарейная, 381, новогодняя музыка собрала у высокой зеленой красавицы елки много девочек и мальчиков со всех окрестных домов. Они ожидали настоящего веселья, особые надежды, возлагая на Деда Мороза и Снегурочку. Снова видеть всех я рад. Подросли, большие стали. А меня-то вы узнали? Традиционный хоровод вокруг елки под любимую песню «Что может быть лучше?». Снег по лесу часто под колосом скрипит, лошадка махноногая торопится бежит. Дети отгадывали загадки, участвовали в интересных конкурсах, викторинах, танцевали и, разумеется, рассказывали доброжелательному Дедушке Морозу новогодние стихи. Всех поздравляю с Новым годом, желаю счастья вам, друзья. Мы праздник встретим хороводом, веселье, радость не тая. Праздник уже пришел в гости к детворе, пусть же он запомнится им своими теплом и добротой. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко, программа «События».